Всем большой привет! Добро пожаловать на канал Альфи-ФМ. Это будет мой влог. Вот она там я. А вот такая красота на моем рабочем столе. Здесь я уже подшиваю низ платья. Ну и что бы вы думали? Кто тут со мной работает? И не хочет уходить. Вот так вот мы работаем, девчонки. В тандеме. А, зайка. Ладно, хоть не мешается. Все, уже подгибаю подол, и завтра моя невеста заберет свое готовое платье. Все, я практически дошила платье, мне осталось только там приклеить кое-где клеящую паутинку. Ну а сейчас мне нужно съездить на один склад, ну там всякая упаковка, все дела. Вот хочу там купить красивую коробку для того, чтобы упаковать это свадебное платье и отдать моей невесте уже, ну, в красивом таком этом, чтобы она потом в ней же и хранила его. Но все равно вот такие... Короче, хочется вот сделать такой небольшой подарок для нее. По идее, могла бы отдать ее так, в пакете. Ну, короче, захотелось мне заморочиться. Вот, потом я поеду на рынок автозаводский. Там в прошлый раз мы с Гульнарой, когда были, один... Ну, короче, я собираю... Сейчас на длинных лыжах расскажу, подождите. Я собираю скорлупки целые от грецких орехов. Мы их в воскреске красим в золотую краску, и потом на Рождество туда еще положим какие-нибудь записочки с пожеланиями, и на Рождество дети будут прихожан поздравлять таким образом, да, вот в храме после службы. Вот, для этого, в общем, собираем эти. Все, кто ест, все, кто покупает, я говорю, все тащите сюда. Но все равно это мало. И вот в Гульнаре, когда мы были на рынке, я вас с собой тоже брала, я ей говорю, вот, смотри, вот так, вот так. И, короче, продавец подслушал и сказал, давайте я вам соберу без проблем, как бы приезжайте через неделю. Вот, как раз через неделю наступило, и я вот собираюсь сегодня ехать, спрошу. Надеюсь, он про меня не забыл, если честно. Вот, а затем мы встретимся, я приеду обратно в мастерскую, где мы учились. Мы договорились с Гульнарой, что сегодня придем в гости к нашему педагогу. Мы уже соскучились, мне там нужно забрать кое-какие вещи, я оставляла их. Ну и вот, правда, хочется уже обнять ее, вот, рассказать, как мы съездили в поездку. Вот, я про свое свадебное платье. Ну, в общем, решили прийти к ней в гости, попить чай. Она нас пригласила вот к 2 часам, поэтому до 2 мне нужно все успеть. Сейчас время 12, я думаю, что вполне себе за 1,5-2 часа я все это успею. Поэтому не буду надолго задерживаться и побегу. Вот мы пришли уже с Гульнарой к нам в мастерскую, к нашей Танзиле Мингазовне, попили чай. Сидим, болтаем. Гульнар, поздороваешься? Привет! Я пришла домой, уже съездила на рынок, в итоге, да, немножечко он мне насобирал скорлупы этой ореховой. Я договорилась, что еще приеду в сентябре, может быть, потом еще в октябре. Ну, в общем, потихонечку наберем, это здорово, я очень-очень рада, что и он не забыл. Там сегодня была, ну, его продавец, получается, девушка, она ему позвонила, он сказал, где что лежит, она такая, все, я тоже буду вам собирать. Ну, спросила, для чего мне это надо. Ну, вот так, вот. Так что... Тоже в мастерской классно мы посидели, пообщались, так соскучилась, я лично так вообще, ну, прям такая, знаете, так интересно, всего-то там сколько, 2 недели вроде прошло, да, а уже, ну, как будто уже это как-то в другой жизни было, не знаю, почему какие-то такие, там уже другие девочки сидят, уже другие вещи, да, там, на моей парте, допустим, вот, не мои вещи. Как-то так. Ну, здорово было. Наши преподаватели, ну, такая тоже была довольная, радостная нас увидеть. Звала еще. Конечно же, мы еще раз придем к ней. Вот сейчас я, значит, вам покажу, какие коробочки я купила, как все у меня будет, ну, должно выглядеть. Ну, и мне нужно заканчивать платье, нужно приклеивать вот там паутиночку кое-где. Ну а пока давайте я вам покажу. Я полностью доделала платье, обработала все-все обтачки, все-все-все. И теперь оно готовое. Вот, жду, получается, завтра я невесту тоже.
Вот такой у меня аккуратный-аккуратный подол, не с подола. Ну, в общем, я в таком восторге, мне так нравится. Надеюсь, что завтра у меня получится снять. Ну, а если уж не получится, то будем ждать свадебные фотографии. Они будут уже в субботу. И, конечно же, я вам покажу, как сидит в платье на невесте уже в полном образе. Утро, девочки, смотрите, какое она у меня красивое и вкусное. Я, конечно, уже давно проснулась. Я успела за все это время застелить постель, сделать зарядку, домыть холодильник. Ну, о холодильнике чуть позже, я вам все покажу. Вот сейчас ходила в душ и решила выпить чай с вкусняшками. Здесь у меня чак-чак цитрусовый. Этот, знаете, это мармелад от Махеев. Вот я его очень-очень люблю. Там бывает дыня, яблоко, апельсин, лимон, малина, еще что-то. Ну, это моя свекровь мне приносит. Она запомнила, что я его люблю, и она мне его постоянно приносит. Не могу, мне это так мило. Но я его реально люблю, мне прям нравится, я его ем. И еще вот здесь у меня, это тоже восточная сладость, это получается такой сахар кусковой, здесь он с медом и травами, вот, ну, достаточно вкусно, интересно, это то ли Узбекистан, ну, в общем, девчонки, это Азия, я сейчас не вспомню, на рынке у нас продается, на развес, вот, как бы вкусно. Если интересно, попробуйте. Ну, здесь мед и здесь варенье из фейхоа. Чак-чак, вот прям это, любовь любовная. Ну, в общем, куча сладостей, ничего полезного, но вот, люблю. Ничего уж с собой не могу поделать. Все, сейчас буду записывать планы на день, ароматным чаем наслаждаться. Ну и потом мы с вами еще раз увидимся. Так, у меня здесь полным ходом стирка, уборка, ну и я поставила параллельно вариться томатный суп-пюре. Здесь у меня кабачок, лук, одна картошина и помидорки. Мой суп-пюре готов, девчонки. Ну, какая-то вкуснятина, не могу. Если вы еще до сих пор не пробовали почему-то, обязательно приготовьте. Это очень-очень вкусно. Я вот отвариваю все овощи. Иногда бывает на мясном бульоне, иногда вот на обычном овощном. И потом просто пюрирую блендером. Сейчас переключусь, а то немножко постоянно одна и та же картинка, лучше на меня посмотрите. Ну вот, получается, я просто пюрирую блендером, потом добавляю различные специи. Как правило, это ничего такого супер интересного. Могу вот сегодня я добавила только свежемолотый черный перец, а еще я добавляла туда сухой орегано и эти прованские травы. Но, если честно, мне и такого перчика тоже достаточно. Потом сюда немножечко сыра тертого и сухариков. И это все очень вкусно. Очень-очень-очень. Прям всем-всем рекомендую. Ну, а я буду давать обедать. Приятного аппетита мне и вам, если вы обедаете вместе со мной. Что, вот я готова вам показать свой холодильник. Вот такие у меня теперь контейнеры. Видите, как теперь у меня здесь все аккуратненько и чисто. Я лично довольна, к этому стремилась очень давно. И вот, собственно, за этим я и ехала в Икею. Ну, здесь у меня, получается, различные вон джемы, варенья. Тут всякие молоко, соусы. Вон, видите, у меня витаминка, вот это вот хлорофилл я пью. И здесь уж такое всякое. Ну, а тут у меня эти яйца, сметана, там у Марика вкусняшки. В общем, вот так. И, девчонки, самокат. Ко мне приехала доставка. Вот, у нас, наконец, она в городе появилась. Бесплатная доставка. Цены, конечно, на продукты не шибко дешевые, но, ну, как средние, да? Но зато можно ввести там, не пин-код, а как это называется? Промокод. И вот я получила 300 рублей скидку. Вот, заказала вот творог, сливки, молочку, вот эту всю, картошку, грибы вон там, вешенки. Короче, у меня было рублей на 700, а минус 300, на 400 рублей я получила целый набор продуктов. И еще картофель.
Что хочу сказать, конечно, есть продукты, которые есть дешевле в той же пятерке и так далее, да, но если ты сидишь дома и вот тебе нужен такой какой-то стандартный набор продуктов, 300 рублей скидка на 700 рублей, я считаю, что это очень-очень хорошая скидка, плюс я еще не показала, я убрала в морозилку, потому что сегодня я запекаю мясо, эти тефтельки из индейки, Indie Light. Они тоже там были по акции за 100 с чем-то рублей, 6 штучек. Вот, ну, девчонки, я посчитала, что это выгоднее заказать самокатом, чем пойти, допустим, в ту же пятерку или в находку, да, в поисках скидок там и акций. Поэтому иногда время от времени буду там что-нибудь так заказывать. Привезли вообще моментально, обещали там за полчаса привезти, а привезли, ну, я не знаю, может быть, минут за 10-15, ну, то есть очень-очень-очень быстро. Мне понравилось. Вот, поэтому, если вдруг в вашем городе тоже есть, рекомендую присмотреться. Там, правда, приложение надо скачать, но ничего уж теперь. Столько приложений, да, в наше время в телефоне, и всякие там с одеждой, еще с чем-то, вот у кого что, да, кому что нужно. У меня у самой уже целая отдельная папка с этими всеми приложениями по шопингу. Ну, а что, почему бы и нет, почему бы не воспользоваться полезными вещами? Ну, а сейчас я хочу снять, наконец-таки, платье, видеоплатье для Инстаграма. И вообще фотографию красивую сделать, оно у меня вот здесь висит, я на него так любуюсь, так здорово. Все-таки я поняла, что мне, наверное, нужен какой-нибудь манекен. Ну, вот для таких презентационных фото. Это, наверное, было бы классно. Но, с другой стороны, а куда мне его здесь ставить? У меня и так квартира вообще игрушечная здесь. Ой, не знаю. Ну, короче, ладно, пока у меня не так супер много заказов. Но если вот у меня, ну, будут... Не если, а когда у меня будет много заказов, я все-таки приобрету себе манекен, потому что действительно фотографировать лучше на манекене, а не на вешалке. Потому что еще неизвестно, как ее повесить. Ну вот я на дверь повесила. Ну посмотрим, как уж получится. Вообще я буду, конечно, ждать фотографии со свадьбы. Она будет уже в эту субботу вот у девочки. Вот буду ждать ее образ. Так все будет классно. Ну и, конечно же, сейчас вот хочу еще упакую его в коробку и покажу вам, и для инстаграмчика сниму. Ну вот, в такой коробочке я отдам платье для моей невестушки. Здесь у меня, видите, в такой бумаге тишью оно будет запаковано. Ну и еще такая вот красота, такой комплиментик. Конечно же, я обязательно подпишу сейчас эту карточку. Мне кажется, ей понравится. Я, значит, приготовила мясо, вот запекла. На гарнир у меня рис, ну и тут соленые огурчики. Приятного аппетита вместе со мной. Поужинаем сейчас и пойдем дальше делать дела. Всем доброе утро! Я вас приглашаю с собой на завтрак. Здесь у меня творог, который я заказала в самокате вчера. Я вам уже показывала. Сейчас попробуем. И буду еще пить чай со сливками тоже от них. Сделала себе один бутерброд. Так захотелось. Ну, я буду вот с вареньем пить. Надо варенье маленечко подъедать, поэтому вот я положила в такую красивую вареницу. Ну, что это? Вазочка, да, для варенья. Чтобы не застаивалось, чтобы елось хотя бы по ложечке, по две, ну и хорошо будет. А то варенья много, оно особо так не естся, но иногда вот хочется. Все, всем приятного аппетита вместе со мной. Давайте посмотрим, чем я займусь сегодня. Картина называется
когда заканчивала курсы, думала, что буду шить различные платьишки, рюши, оборки и так далее. Но ремонтирую гардероб мужа. Сейчас вот подогнула эти брючки. Там еще у него с пиджаком надо было кое-что сделать. Ну, в общем, все вот такие ремонтные моментики. Отправила в стирку чехол для этой, для гладильной доски. Вот, такое у меня рабочее место. Вот не устаю радоваться тому, что купила этот тумба-стул. Стол, точнее, всего-то там сколько он, 2-2,5 стоил, а вот так мне помогает. И когда не нужно, я все это убираю. У меня вообще абсолютно здесь пусто и ничего не мешает. Я считаю, что крутяк. И все-все мои машинки здесь вмещаются. Здорово. Все, я отремонтировала все вещи, которые собиралась ремонтировать, постирала и сейчас собираюсь сейчас в магазин, рядышком со мной есть один торговый центр, хочу туда зайти, я сейчас участвую в обменнике подарками, ну вот моя подружка, она, знаете, она то смотрит, то не смотрит, и поэтому я не буду сейчас показывать, что я ей возьму. Покажу, наверное, потом, когда уже она получит. Вот там небольшой совсем у нас бюджет. Вот, поэтому хочу пройтись по торговому центру, посмотреть что-нибудь там интересненькое для нее. Ну а затем поеду в храм. Сегодня у нас среда, и мы занимаемся, конечно же, со взрослыми творчеством. Сегодня будем шить юбки для девочек из Воскрески. Конечно, покажу. Ну, сегодня еще особо много чего не успеем сделать, только раскроить наверняка. И все. Девочки, в итоге, пока я доехала, мне написали мои девочки из творческой группы, что одна заболела, у другой там заказ. И в итоге я сказала, давайте тогда, ну что там, у нас мало людей, ничего не сделаем, сделаем себе выходной. Ну, а сама-то я уже приехала, поэтому я зашла в Ленту здесь рядышком, посмотреть ассортимент, прогуляться, может что-нибудь купить. Вот я и дома. Сейчас в Ленте купила пирог красивый, вкусный. Чуть попозже вам покажу, попью чай с ним. Ну а что? Все, пришла. Буду сейчас смотреть, чем бы занять себя, потому что у меня такой вечер был совершенно другим. Ну, должен был быть занят совершенно другим. Ну, такой внезапный выходной тоже хорошо. Наверняка я буду сейчас заниматься вышивкой. Ну, потому что новое шитье начинать сейчас уже на вечер не хочется. Я все равно ничего не успею. И уже темновато, если честно, но вы можете видеть. О, у меня тут Марочка пришел. Смотрите, как он ластится. Зайка моя. Вот, поэтому буду, в общем, вышивкой заниматься. Тоже это хорошо. Ну все, девочки, буду тогда прощаться. Аня, давайте пирог сейчас покажу, какой купила, и потом попрощаюсь. Вот такой пирог. Наверняка он у вас в Лентах тоже готовится с каким-то там вкусненькой вот малина и ванильный крем. Мне вот этот ванильный крем очень нравится. И сдоба у них, в принципе, такая вкусная. Да и стоит вон всего 130 рублей, 124 по карте. Вот, вот это вот я взяла. И все, давайте я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца и провели время со мной. Я вас обнимаю, целую, увидимся совсем скоро. Пока-пока!